Всем доброе утро, друзья. Мы проснулись. У нас сейчас завтрак. Сегодня у нас на завтрак молочный суп. Вот сейчас буду разливать по тарелочкам. Пускай пока что остывает. Нарезала хлебушек. Колбаску еще со вчерашнего вечера достали. Может, бутерброд кто-то поможет. И заварила чай свеженький. Сейчас буду разливать всем. Будем завтракать. Пойдем мы сейчас погуляем маленечко. В ограде снежочек подметут, ребята. Подышим, да? Ну, тапочки тебе не надо? Где нет. Твоя шапка? А? Куда шапку делала? Подожди, комбинезончик твой куда? Прикрепили-то тут. Так, ребята уже у нас одеваются. А, вон он, доча. Принесли его уже. Ну, сейчас одевайся. Девчонки, у нас тут все утро вязали крючком. Сейчас, сыночка, будем одеваться. Мальчишки на улицу уже вышли. А я буду одевать малышей. Мне главное тут сейчас не спотеть с ними. Ну, Ваня-то сам у нас одевается, только надо будет поправить все. Девчонки, одевайтесь быстрей. Все-все выйдем, откроем дом, пускай проветрится. Подышим. Мы гуляем. Идем сейчас на Ангару. Река у нас такая есть тут. На улице очень тепло, хорошо. Вот тут сосновым лесом дышим. Сказали, очень полезно. Но никого нет вообще вокруг. Одно наше семейство вышло. Ну и хорошо. Подышим. Немножко. Тут рядом с домом. Пойдем домой. Ну, на Ангару пойдем. Там никого нету. О, Алиса на коляске у нас, да? Сняли с крыши коляску. Ну и вообще надо ее уже снять, помыть. Дома протереть все для малыша. Короб поменять надо. Короб другой будет, да. Нет, этот весь выцвел. Ну, это летний вариант. Ну, пойдем. Снежочек. Ребята там с санками убежали вперед. Вот такая красота у нас тут. Льда еще нету. Никого вообще, кроме нас. Очень красиво. Серенько, конечно, потому что испарение Ангары сейчас идет. И пока она не встанет у нас, ну, небо так и будет затянуто. Идите, сейчас мама придет. Вот мы пришли. Вот оттуда там наша улица. Там мы рядом живем. Редко, правда, ходим сюда. Наверное, летом последний раз были. Ну, а сейчас здесь подышим. Thank you.
уже дома. Ребята взялись опять вязать. Надюша вяжет и Лиза. Мальчишки тут что-то свое смотрят. Миша со Славой общаются теперь все время вместе. Это очень меня радует, конечно. Посмотрим, какао приготовили домашнее. Российское это купили. И молочко тут у нас, да. Хотим еще вечером пиццу постряпать, но немножко попозже. Сейчас ребята попьют какао. Угу. Бутерброды можно покушать, сделать что-нибудь. Ну, а потом маме полегче будет немножечко к вечеру. Да? Сейчас Алису спать, наверное, положим. Чтобы мне не переутомляться, я поставлю тесто, и девчонки обещали мне помочь. Надюша уговаривает меня весь день. Мама, давай пиццу сделаем, давай пиццу сделаем. Я-то как бы еще не настроена на выпечку. Ну, если ребятишки помогут, то хорошо будет. Папа уснул? Ну вот, папа у нас уже, видите, уснул. Хорошо, ладно. Я тоже сейчас лягу, и Алиса сейчас поспит. Да, сейчас я тебе какао разолю. Вот у нас тут стаканчики, кружечки. Такие вот недавно заказывали. Видите, какие симпатичные. Ребятишкам так понравились они. Хорошие. Вот Миша помог какао сварить. Ну, сейчас будете полезные пить. Полезный, приполезный. Очень полезная. Какао надо деткам. Ой, мама разлила. Свинка Пеппа. Тут мало. Нет, тут горячий, сына. Лучше еще потом добавим, ладно? А тут мне мало. Будет горячо тебе. Лучше еще нальем. Так нормально. Садись за стол. Давай. Так, икру кабачковую вам достать? Нет. А что? Мама есть. Мам, оно не горячее. Горячее еще, подождите. Сейчас подотру тут. Дуйте. Ребятишки, будете какао? А? Я сейчас, наверное, разолю, да и пускай стоит здесь на столе. Давай разольем, Лиза. Можно сметанку достать. Да, наливай. Тихонечко, значит, у котов. Сыр. Да, только смотри, чтобы горячо не было. Мы, наверное, сейчас все достанем сразу на пиццу, чтобы она к вечеру все. У нас не холодные ингредиенты были. Мы это взяли вот такой. Дуй. Кетчуп и майонез сходили, сырок. Так. Икра, короче. Колбаску, наверное, с молочной сделаем и с копченой у нас есть. Ну, взрослым можно с копченой, а малыши пускай с молочной кушают. Ну, а Саша хочет просто растительное масло, хлебушек. Мы так тоже любим делать. Особенно вот с таким вот нерафинированным. Но очень вкусное, я его обожаю тоже. Просто стаканчик наливаем с кисточкой. Ну, иногда и с таким тоже любят кушать тостики. Ну, вот это вот вообще очень вкусные. Давай, дочь, тоже. Ну что, друзья, у нас готовится ужин. Такой у нас сегодня ужин будет. Будем стряпать пиццу. Мальчишки там. Кто кушает сыр, да? Кто терет? Ну ты давай его шоркай. Девчонки колбасу будут режут. Я тестом занимаюсь. Пока поставила, чтобы немножко разошлись дрожжи. Сейчас только проснулась, тоже немного поспала. Саша, по-моему, тоже тут папа спал? В зале. Не видели? Фильм смотрел? Он в телефоне сидел. А, ну, я немножко дреманула, и Алиса поспала. В одну кучу все? Нет, делать один. Почему? Надя, вот после эти... их перемешать будет. Нет, не надо. Вот эту вот сделай-ка полосочками. Ты зачем ее? Так я полосками этим... сначала делаю. Просто полосками можно. Мам, как тут? А эти нужно было кругляшочками сначала нарезать, а потом вот такими квадратиками. А. Ну, а ты уже пополам ее всю разыграла. Так? Да, потоньше, тоненькие, еще тоньше. Прям тонюсенькие.
У Алисы новая песня любимая появилась. Цыпленок Пи. Да, твоя любимая песенка? Какао лежит, пьет тут. Завалилась, а? Завалилась. Поднялось тесто. Все, тут девчонки мне порезали. Я достала вот этот ножичек, который нам пришел. Буду заниматься. Посмотрим, как получится. Нет, здесь у нас клееночка такая прозрачная, чтобы не попортили стол. Так что не переживайте, если я буду нарезать кусочки теста. Но он сильно и не режет. Нормально. Так, так, так. Ванюша у нас там подметает. Надюша подтерла полы. Ваня очень любит подметать в последнее время. Молодец. Вот, и ну начнем потихонечку. Сейчас Саша духовку на улице включит мне. Противни мне нужны. Попробуем. Сейчас силиконовые коврики. Вот один положила, и второй вот так вот, я думаю, лезет. Давай его помоем. Я вот это помыла, протерла полотенчиком. Вот этот мне еще дай. Чтобы у нас ничего не прилипло. Давайте, одевайте фартуки. Тоже, где у нас они? Что у нас они теперь уже живут, где попало, да? Вот еще висят, надо их перевесить. Это у нас стираются ребятишки, как, которые дежурят, разносят и куда попало вешают. Уберите их все вон туда за шкаф. Там только две прихваточки пускай висит. Так вот застелили, короче, получилось у нас вот так. Вот такие у нас, в общем, будут небольшие пиццы. Сейчас делаем для детей, без лука они любят. Колбаска посыпем сыром, ну, чуть-чуть майонезика. Все, духовку включили, она нагревается. Вот, Мишуня там у нас картошку почистил. Папа картошки захотел. Все остальные пиццу хотят. Так, наши первые пиццы. Аккуратно, доча, не обожгись. Она сейчас снимет. Надя, пойдем другие будем делать. Еще быстренько накидаем. Так, Алисия тут что-то делает, да? Ты тоже лепишь? Вот, молодец. Я буду скалкой. И ты тоже будешь скалкой. Ты еще, Ванюша, к нам пришел, да? Будет помогать. Делай нам клубочки, катай. О, сейчас мы будем с луком делать. Мы уже детские напекли. Вот, теперь будем делать для более старших деток и для взрослых. С луком. Лучком теперь будем посыпать. Алисочка, место твое заняли, да? Надя, поставь еще стул. Ну, не плачь. Ну все, друзья, напекли мы пиццы. Вот у нас с луком, без лука. Я сейчас там еще допекаю картошку. А с салом поставила в духовку. Немножко колбаска осталась, я посыпала. Может, кто-то поест тоже. В общем, смотрите, как отреагировали вот эти силиконовые коврики. Вот видите, они, в принципе, нормальные. Только помыть их нужно будет под краном. Просто сейчас постираем. Но ничего не прилипало. Очень мне понравилось, конечно. И вот противень у меня абсолютно чистый теперь. Не надо будет его мыть. Хороший, надо еще взять вот такие коврики. Малыши у нас тут Алису развлекают, катают. Но сейчас мы пьем чай. И ложимся спать. Буду монтировать этот влог вам. Вот. Самочувствие, в принципе, нормальное. Но немножко, как Саша говорит, от безделья он сходит с ума. Ему очень-очень сложно, что он ничего не делает. Его просто, говорит, мозг рвет от этого. Он же деятельный человек и привык все время работать. Ему очень-очень сложно сейчас. Не читать не может, сконцентрироваться, говорит, не могу. Ничего. А вот хочется именно физически, говорит, что-то делать. Так, ребятишки шумят, тут играются. Так что все, друзья, до завтра. Будем уже заканчивать этот влог. Давайте, ребята, попрощаемся со всеми. Всем удачи. И до завтра. Пока-пока-пока всем.